И пусть облака улетают по-прежнему, и осень прогонит дождями лета, я буду твердить, кому бы то ни было, что жизнь — это обморок для поэта. Так русское слово стреляет в висок, согласное давно позабытого имени, и перекошенный потолок окрасится черным вишневым синим, и где-то через полчаса уже голоса на лестнице, чьи-то пьяные, блядь, голоса. Все, пиздец, пацаны, он повесился. А я сижу в углу и смотрю на себя, висящим под закрашенной батареей. Послушайте, вот же я, и это не стихотворение. Протокол, три мента, отказ забирать. Облака все летели куда-то, а я, отказываясь умирать, решился вернуть обратно. Скорая, мусора, батарея, веревка, стихотворение и прочее, прочее, прочее. Получив непонятно чье одобрение, я проснулся в объятиях черной ночи. Это сейчас, а потом нулевые среда. Облака летят за моим окном. Никуда, никуда, никуда.